ты врезался же каплями. Ты, блядь, какие нахуй врезался каплями? Вот, блядь, начинаешь опять нахуй с работы уставший. Ну сейчас... ты еле идешь, блядь, мы похавали вместе. Бля, ты... я нахуй до технопарка пиздовал с молодежки, блядь, пешком нахуй, блядь. Брат, ты... фишмон, давай сделаем. Ты шприц, какой, брат, найду. Фишмон, блядь, нахуй, мы на пиздец не на зоне, нахуй, блядь. Ебаный, блядь. Новый век, новый зэк, блядь. Ну нахуй. Сейчас посмотрим, как ты будешь себя вести, блядь. Ну давай, давай. Бля, иди, иди. Провокатор, блядь, иди, пиздец, иди. Ладно, сейчас нахуй, блядь, видео нахуй разъебем нахуй. Сразу нормально пошел, блядь. Тебя пляп сделал, блядь. Отпустили, блядь. Что ты там под поле записываешь? Чего ждем? Чего ждем? Пиццу ждем с чаем. Че висим? Нет, пиццу с чаем. Со смены, брат, со смены. Сутки не спал. Пост держу. Вот так вот. Я, брат, сомневаюсь, думаю, что я что-то подъебал, меня разъебало что-то такое. Возможно, но не факт. Что там, когда пиццу принесут? Всем привет, вы на канале Грач Addict Street Production. Мавлади захотел записать видеоролик, что параноид сильнее, какие вещества. И, конечно же, мы у него спросим, куда он пропал. Я напомню, Мавлади – это подписчик, который со мной познакомился и захотел участвовать на канале. Мы записали его полгода назад в убийственном состоянии, и он обещал через неделю завязать, но появился только через полгода. И начал делать шаги к выздоровлению. Я помог ему найти работу. И вот я записывал, что он устроился на работу, и больше видео от него не было. Так что сейчас мы у него это все и спросим. Всем привет, это Мавлади, Влад с молодежки. Вы на канале Грач Addict Street Production. Тягу не гоняем, тягу прогоняем. Сегодня будет такая тема. Мы посмотрели, Грач сделал тему обзора про медленные ломки. И я решил... как бы реплику сделать, реплику зазвонить, что параноид сильнее, меф, альфа, либо ганш, ну еще там, подрасскажу. Такие дела, вы на канале Грач, респект, Addict Street Production, ставьте лайки, помогайте денежки на ход ноги Андрюхи, на оборудование скидывайте, будет качественный контент, убойный вообще по качеству. По возможности. Ну давай, начинай что-то. Ну что, начинай. Сначала про себя скажу, что работал в августе 2 недели, работал грузчиком интенсивно, прям даже понравилась физическая нагрузка. Но потом получается аванс дали. Доступа к медленным нету. Или очень дорого там, или там. Ну, пришлось взять, да, пластину. Кинуться и сорваться на капли. Но это было единично. То есть даже в книжке я читал вот здесь вот. На пластину чего? Пластину трамадола. И капли, да? По вене. Капли с самого. По вене, да? Да, по вене. Как все старички классики, когда закончилась пиуха. И потерялся на какое-то время, да? Да, ну нет. Пост, смена, претензий вообще ко мне нет. Я вообще... Какая смена? Ты на другой работе? Ну, я на другую работу ушел через 2 недели, я вот в сентябре устроился. Ты сколько все... кайфовал? Да я не кайфовал, день срыва был. Uh-huh. День срыва был, и все, я и понял. И что тебе, хорошо было? Да не хорошо мне не было, оно дало то, что... Не дало то, что я искал. Как всегда, короче. Как всегда, да, вот эту опиумную тягу, одно и то же. Приход, одно и то же. Уже пора бы остепениться, уже ну не будет этого там омоложения. Ну на этом да, все, да? На этом все. Все, поехали, паранойя. Да, паранойя. Что паранойя сильнее? Начинаем со знаменитой, с богини ужаса, с богини, блядь, агонии, самоубийств, извращенных сексуальных наклонностей. Это встречайте, мать его, альфа, альфа-ПВП. Это соль, по-другому СК. Дешевле мефа, но тут такая фишка, что типа меф это благородная соль, а соляга это так,
для простых ребят кувалды по башке вместо молотка. Но это не так. Я сейчас расскажу свой опыт, и этот опыт совпадает со многими людьми. Как бы ни прикрывали там, что нет зависимости, зависимость есть. И она именно проявляется в твоем, блядь, свисте, нахуй. Такая история. Альфа. Я уже рассказывал, как Альфа зашла в мою жизнь. 17-й год. Ну что параноид сильнее? Поначалу у большинства 95% она не параноид вообще. Она очень хитро сделана. Выброс идет дофамина, и все. Несколько раз. У кого 10, у кого 15, все. Я даже помню тот момент, когда эта паранойя настала. То есть я пришел домой на соляре, мне нормально, все веселое, приподнятое настроение, все, сейчас буду там музыку делать, текста писать, все. А до этого там, я рассказывал, был шахматист у меня, Кен покойный, царство небесное. Он этот, у него мы стоим, все пересолились, просолились, и один тип такой, тихо, вот я помню вот этот момент, тихо, я говорю, что тихо, и все, и пошло по кругу, она же заразная шиза, все, и с тех пор она все усилилась, и такой ужас, я делал и перерывы, и все, и на медленных был, специальные барбитуры себя гасил, чтобы это не всплыло паранойя, но один фиг, выбираешь. Только вытаскиваешь, только мгновенно, бабах, тишина секунду, и начинается паранойя, начинается мания преследования, жесткая, ты подозреваешь, весь мир против тебя, ты бросил, не то что ты бросил, ты там, ты себе где-нибудь загасил, где-то, блядь, бросил, но кажется ощущение такое, что все знают, где ты бросил, и все хотят тебя уличить в этом. И менты будут не просто там участковые, тебя будут просто рвать на куски. И вот это вот паранойя, нахуй, хватание за ножики, молотки, блядь, это же пиздец, ребят. Чему идем? За неимением чего-то вот эту вот, нахуй, пластмассу гонять, блядь, это пиздец. Так что, блядь, Альфа — это королева ужаса. Королева, еще я расскажу историю солевых. Реально, любая солевая история, блядь, это Альфа. Но и меф. Меф чем? Коварен тоже. Относительно. Он действует не только на дофамин и норадреналин, но и серотонин. Такой гормон удовольствия немножко, да. И что происходит? Лютая бешеная эйфория первые разы. Все. Отпускает. У тебя холодеют конечности, тебе холодно. Тебе нужно еще. Такое не было ни с опиатами, ничего. Всегда вот дозировочку сделал, чуть-чуть оставил, поддогнался, еще там подснялся. А тут нужно каждые 20 минут гонять. И в итоге все равно наступает эта шиза, потому что она тоже действует на норадреналин, дофамин. Дофамин, он ответственен, да, есть такая теория, все более подтверждающая, что дофамин провоцирует возникновение шизофрении. То есть, кто пихает в пипетки, делает маканы, заливает баян, тот, блядь, рискует просто. Он себе вводит искусственную шизофрению. Это экспериментальная модель шизофрении, нахуй, блядь. Что соль, что меф. Это знаете, как в свое время было? Там, какой там Трамп, тот лучше, не тот лучше. Оба опиоида, так и здесь. Оба психостимулятора, жестких психостимуляторов. Эйфоретик, но это приставка для того, чтобы покупаться на это. Что как бы это не просто дикая соль, все то же самое. Извини, перебью, ты об этом читаешь еще, да, всякую литературу? А, да, всякая литература, это, конечно, литературу читаю, но нужно развиваться по этой теме. Не просто там от себя тебя нести. Ну, я понял. От себя тебя нести. Ага. И сюда? А, вот такое. Ну, третий момент. Так что... Подробнее расскажу, да. Сейчас я посмотрю. Быстро. Телефон тоже надо менять, телефон, короче. Что там? Это вот ты на форуме, да? Не на форуме. Книжечку скачал. А, книжку скачал, наркологию. И здесь вообще круто все расписано. Вообще круто. Да, по всем моментам. А знаешь, есть наука, которая внедрена в психологию. Аддиктология. Ну, это да, это нововведение, здесь именно вот седативными злоупотребления, опиаты, метадон, снотворное, стимуляторы, все. Тебе это интересно, да? Мне это очень интересно. А гоняют тягу? Да, не гоняют тягу, отгоняют тягу. Там
идет объяснение процессов, которые происходят у тебя. А по стадиям. Зачем тебе это? По стадиям. Просто интересно. Самопознание. Ага. Самопознание своей зависимости. Потому что если не получается больнично как-то корректировать, здесь и очень мощная такая психологическая тоже основа. Как, что там, шаги по избавлению. Поэтому я рекомендую эту книгу, просто рекламирую. Пятницкая, автор Пятницкая, называется «Общая и частная наркология». Вот ну так что, название ролика, что паранойя сильнее? Паранойя сильнее, да. Королева паранойи, бреда, шизы, это альфа. Она паранойя сильнее. Даже того же, блядь, говёного мефа. Тот паранойя с интервалом в 3 минуты, а альфа там через 10 секунд. И все, на 5 часов ты, блядь, все. Ты игрок, которому надо спасти жизнь. Либо делятся на тех долбоёбов, которые раздеваются, блядь, бегают с ножами, себя тыкают и, блядь, просто вступают в половые сношения, меняют ориентацию, нахуй. Вот это пиздец. Слава богу, меня это не коснулось, блядь. Слава богу. Блин, только красавчик. Поговорим. Вообще красавчик, если честно сказать. Просто, блядь, ну как стараюсь, как он. Нет, ты такой, это, думаешь, что ты самый хитрый. Да нет, конечно. Были моменты, да, я пытался Андрюхе лгать. Были, когда у Сырыва. Да нет. И я вижу, что он видит, и ему это как бы мучительно смотреть, блядь. А я как, блядь, школьник, блядь, последний, нахуй, отмазываюсь. Нет, нахуй, я не брал, блядь. Ну вот. Ну так что, еще препараты какие? Еще препарат. Его величество, ганжу бас, да, ганжа, марихуана. В чем дело? Скажут, да ты поехал, какая паранойя. Нифига. Со временем попадались. Сейчас я уже давно не курю, уже лет 10 не курил. Но сейчас я расскажу прикол, который летом был. Там есть одна у нас общая знакомая, такая поэтесса. Скоро тоже, думаю, примет участие. Вы ее конкретно увидите, да, там. Вряд ли. Ну, вряд ли, да. Там, короче, и чё? Кринж конкретный, блядь. Как сейчас модно говорить. Мы-то старички, вот скул. Ну чё, ганжу бас. Обычно ты покурил, все, как бы нормально, весело. Но попадались такие сорта, что даже покурив просто, у тебя начиналась та же самая мания преследовать. Не так выражено, все. То есть ты на измене. Сердце колотит, блядь. И там больше тревоги, сейчас что-то произойдет. А что произойдет, хуй его знает. Это вот от сильных сортов. Гидропоника, гаш особенно. Поэтому выбором всегда у меня был лайт трава. Нет, знаешь это почему? Потому что ты уже жестко на сильных наркотиках висел. И поэтому план тебе так загружает. Вот именно. Я еще в универе учился, третий курс. Только. А, ну значит это не твое просто. Да нет, я до этого курил конкретно. У меня просто были перекуры несколько раз. Но вот сейчас я понял, я просто не понимал. Сейчас я понял, что такая, ну не вообще не альфа. Ну такое, лайт вариант, вообще не знаю, там пиздец. Сотая доля кристаллика альфа. Ну толкает она на хорошие мысли. Ну она, да, зачем я так живу и все такое. Да, да, на самопознание. Но впоследствии, когда уже медленные препараты ввергаются, блядь, вгрызаются в твою жизнь, врываются в твою жизнь. То ганш уже все. Только ты ждешь, блядь. Да нахуй я думал, блядь. Мне и так нормально. Он уже не ложится. Мне, по крайней мере. И даже был случай вот недавно. Такая подружка. Ну как не подружка, а знакомая такая. Феназепама, мефедрона. И мы шли. Типы проходят, она, блядь, чувствуешь, блядь, запах мефедрона. Я говорю, ты гонишь, ну? Вот так вот, блядь. Какой нахуй запах мефедрона? Ты мне это говоришь. И что ты чисто про нее начинал говорить такие? Ну там конкретно, там, не знаю. У меня есть там пару видео, я Андрюхе скину. Посмотрите. Я ей все-таки ближе, друг, я ее уговорю, чтобы она снялась. Она сама сначала хотела истории. Но у ней потом вот эти срывки, колес нету, ломки там, все, чтобы там. Ну, наверное, она посмотрит. Да, и пусть посмотрит. Обязательно ссылку кинь. И что еще? Мы ее ждем, ее. Да, красавица, еще давай. Паранойи? Еще какие паранойи? Со мной. Казалось бы, снотворное, да? Со мной. Ну и что, блядь? Врач уже рассказывал с этим препаратом. Я тоже познакомился. Я с ним первый раз познакомился. Ну вот прям как у Андрюхи, блядь. Никакой не травм, чисто, блядь. Сом и джин-тоник, блядь. Либо крепкое пиво.
Балтика девятка, нахуй. Пятеру кидаешь. Со временем, при частом употреблении, в день, через день, все. Начинается такая, тебя подгружать начинает. Может быть, что-то такое происходит специально для меня сделанное. Как-то происходит, что вот, а зачем происходит? И мысли не можешь сформулировать, а уже тревога и страх идет. Оно уже со мной-то действует, он не, ты не ложишься, он действует возбуждающий. Он же как стимулятор действует, реально. Писали, что он действует на те же амфетаминовые рецепторы. Вообще он непонятно какой. Но с каким-то ЛСД, седативом, блядь. Да, он вообще относится к психоделическим. Я по-английски тоже читаю, часть понимаю, часть с переводом. Тоже вот эти вот драк-форумы, драк-описания. Ну не википедийные, Википедия, да, тоже, но там немножко все подчищает, чтобы уже не совсем там было. Вообще написано в аннотации, что препарат до конца не изучен. Прямо, да? Прямо в аннотации написано. Это как с пригабалином. Вот тоже пригабалин, лирика, ну все. Я от них паранойя? Не то, что от них паранойя. Когда нет их тревога, скованность, растерянность, такого при траме не было. При траме был, да. Ужас, блядь, кумара, там, блядь, это все. Но такой тревоги, сердце, мотор работает. Ты ни кофе не попил, ни чай, ни это. Ну и тем более, скоростей не ёпал. Так, давай подведем итоги. То есть, получается, параноид и к шизе склонны. Это быстрые, синтетика и аптека. То есть, опиаты не параноид. Нет, опиаты не параноид, вообще не параноид. Ну, это тоже плохие наркотики. Ну, конечно, это плохие наркотики. Но такой. А сейчас тебя не параноид? Канонический, да нет же чего параноид. А что ты помнишь рассказывал, типа, ты думал, что я тебя записываю постоянно? А, да, 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 был этот, короче, фишка такая. Летом. Мы заедем. Ну заезжай. Я говорю, денег нету, сразу говорю. Денег нет, нахуй, никаких движений не надо. Кто это заедет? Ну там, блядь. Солевой барон, блядь. Ага. Скидывающий с рук соляр. Тебе звонят, типа заеду, да? Я говорю, заеду. Я говорю, зачем? Он у меня на заправке выйду, блядь, выедешь, выйдешь. Я уже понимаю, блядь, что-то не то. Но он без денег, он такой жар, он без денег не дает. Ему хотя бы надо 500 тенге, блядь. То есть он сам приезжал, чтобы ты у него купил, да? Да, он говорит, звонит, деньги есть, я еду по пути, давай сразу заберу. И что, а я при чем здесь? А мы с тобой общались, и что-то у нас такое этот. Такой мягкий рамс немножко, такой словесный пошел. Кто, что, да за что, почем там, да ты, да это. Не-не, нормально, все в рамках, блядь. Интеллигентных людей, все равно. Это по телефону? Это по телефону. И потом, ну все там, валились в машину, блядь, Макан 1, Макан 2, блядь. Сколько. А он еще не толок порошок, он прямо эти кристаллы туда забывает. А его ж, блядь, потолочь надо, чтобы немножко, блядь, это. Ага. Жести не было. И все, и вперед, нахуй. Вышел, блядь. Приходной, все это, блядь, как обычно, ни в жилу, ничего не пихаешь уже, 20 секунд, чё? 20 секунд, я прихожу, смотрю на телефон, открываю код, экран блокировку снимаю, открываю, и там, что там, переписка с Андрюхой, чат? с грачом, нет, наша ватсапная, чат, ватсап, и камера, я смотрю на камеру, и у меня охватывает огонь ужаса. Типа я через камеру смотрю. Через камеру смотрит на меня. Я залазю в ноутбук, чищу всю историю, блядь. Удаляю сэмплы, потом восстановил. Зачем я удалил сэмплы, блядь? Вот, прикиньте, она действует, вот реально. Почему? Почему, да, бля, нахуй, этот? Я не блатной, я ничего. Ну почему просто соприкасаясь с этим миром? Ну почему, говорят, вот, блядь, спрос, блядь, за нее, нахуй, идет. За вот твое употребление. Потому что ты долбоеб, ты нахуй, от тебя все можно ожидать, блядь. От, блядь, извращения до нахуй, блядь, пиздец, убийств, самоубийств, короче, дона, нахуй. Это батарейка садится. Это получается, ты вот это вот маканил, когда только-только-только потом начал возвращаться на канал, да? Ну я помаканил, да, там немножко, блядь. Раза два, нахуй, блядь. И все. Да нет, это просто вот. Спонтанно, это знаете, вот когда ремиссия длительная, вот первый, второй месяц начинается вот эта вторая волна, возвращение небольших ломок, все-все. И препаратов нету вроде.
и думаешь, ну в этот раз точно не буду, держишь себя в руках, все. Ну типа отца Олега там я рассказываю, потому что ну схожая ситуация. Так что такие дела, все, я устал, я хочу домой, я хочу кушать. Андрюха тоже поедет. Читальный зал. Читальный зал. Мы здесь зачитали. Ну, зачитали за вещества. Отметились. За прогресс отметились. Ну, канал все... живет, все ж ништяк. Всех обнимаю. Все, родные. Пока. До встречи. Че, бля, охуеть? Читальный зал. Ну-ка, зачитай. Зачитал. Давай проверим, говори. Да, пришли на читальный зал. Я не знал, Грач не знал, но догадывался, что срыв неизбежен. И вот бежим мы. Я не совсем уже, ни с кем не нежен. Читальный зал. Да. Вот Вадик сегодня получил аванс и решил проставиться. Что ты там, сахаром нюхался? Сахаром, да. Сахар взяли. Внюхался? Немножко. Его можно насыпать и внюхаться. Углеводный приход углеводов. Как? Углеводный приход. Приход быстрых углеводов в сахар. Короче, сейчас будем записывать видос. Всем привет, меня зовут Денис, я из Челябинска. Заходите на наш YouTube-канал Грач и также в наш Telegram-чат. Всем трезвости! Всем привет, я Серега Клок, Запорожье, Украина. Смотрю телеграм-канал Грач, Андрей Грач. Канал создан для того, чтобы рассказать людям о вреде наркомании. Подписывайтесь, не пожалеете. Всем привет, мы из Одессы, это Украина. Подписывайтесь все на Грача. Чата. Все доброе. Всем салам алейкум. Казахстан, город Темиртау. Подписывайтесь в телеграм-канале Грач. Канал против наркотиков. Наркотики это зло. Или поле не находов. Сафира хапка, вскоре шухер тихоходов. Зашторился на цыпочках в своей квартире. За парамаю, типа ты актер в этом мире. Вычисляю корчи, торчи и акул, как оракул. А ты исполняешь типа опа самага. На ногах с позавчерашнего утра. Летели Киви, Телеграм, Теле2, на три кура. Это движ вата, как ведомый перекати поле. В дупле и силой воли соберись, переходи, понял. Не пренебрегай, законы Бога просты. На мне не в адеквате ломались кресты. Золотая грядка или поле не находов. Сафира хапка, вскоре шухер тихоходов. Зашторился на цыпочках в своей квартире. За параноил, типа ты актер в этом мире. Вычисляю корчи, торчи и акул, как оракул. А ты исполняешь типа опа самага. На ногах с позавчерашнего утра. Летели Киви, Телеграм, Теле2, 03, ура. Это движ вата, как ведомый, перекати поле. В дупле и силой воли соберись, переходи, понял. Не пренебрегай, законы Бога просты. На мне не в адеквате ломались кресты. Кто эти типы в черных медицинских масках? Кто они? Они банчат мукой, буторят ерундой. Следят за тобой, следят за мной. Стой, возьми в руки себя, прошу тебя, родной. Соленый год равен 10 годам белого. Хуже душу отравляя бесами ядовитыми. Родных встречаю взглядами виноватыми. Перепуганными, слухами запутанными. В себе закопаны делами недоделанными, брошенными. Застирана одежда, зудит по коже зуд. Скулит вера, плачет надежда. На небесах тебя таким не ждут. Золотая грядка или поле не находов. Сафира хапка, вскоре шухер тихоходов. Зашторился
На цыпочках в своей квартире за паранойю. Типа ты актер в этом мире, вычисляю корчи торчи и акул, как оракул. А ты исполняешь типа опа самага на ногах с позавчерашнего утра. Летели киви, телеграм, теле 2.03, ура. Это движ, вата, как ведомый, перекати поле. В дупли силой воли, соберись, перехоти, понял. Не пренебрегай законы бога просты. На мне не в адеквате ломались кресты.